Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы с вами продолжаем играть в Cooking Simulator с пиццей. Собственно, что мы сделали в прошлой серии? Мы с тобой что-то делали такое, упать, что такое? Здесь муку можно покупать, вот она где, ёлки-палки. Так, у нас есть два подноса с тестом. Нет, у нас с тобой неаполитанского. Очень мало неаполитанского теста, поэтому, пожалуй, я сделаю его. Оно же, да, оно. Закреплю его на экране, на телефоне. И пойду его готовить. Потому что нужно. Вдруг что? Вдруг у нас сейчас все заказы с тобой будут исключительно из неаполитанского теста. А у нас его нет. А у нас осталось-то два комочка, и все. И как быть, А никак не быть. Здесь, по-моему, 2,3, да, воды, поэтому придется нам с тобой доливать еще. Заложил нос, не могу, сил нет. Если я буду гундосить, то я не виноват, оно само. Ну. Эть. Выйди. Пойду наливать. Вот неудобная тара, она маленькая, ее недостаточно, чтобы приготовить тесто в неаполитанском стиле. Ну серьезно, можно же было просто 2,5 сделать и не мучиться. Не мучить меня, не мучить вот тебя, например, чтобы я вот не гонялся туда-обратно несколько раз. Ну для чего это все сделали? Для того, чтобы было, ну типа глупо как-то, почему именно такой объем у этой вазы, у кувшина, бутылки, как она тут называется. Соли 125, у меня ее нет, как раз таки уже закончилась она, по-моему, да? Да, там осталось хрен да маленько. Соли 50 осталось, давай куплю еще. И пойду-ка я солить. Так, ну сначала закончить вот эту, вот эту баночку нужно. Так. Полтишок почти насыпался. И осталось всего-то маленько ничего. 50, это 70 остается, да? 70. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все верно. Дрожжи где-нибудь можно здесь обнаружить или нет? Или они... Блин, а они внизу продают. Не, снизу мне до них далеко ходить. Все-таки здесь дрожжи быстрее покупать. Хотя, что самое странное, здесь вроде как готовится тесто. Почему дрожжи покупаются внизу? Не знаю, все понятно, ясно. Так, закрываю, покупаю еще одну, еще один поднос. Ну, чтобы у меня было все отсортировано по виду теста. То есть пока что мне не нужно больше. Пока что я могу позволить себе, так сказать, такую роскошь и засунуть каждый вид теста в свой поднос. Позже, наверное, нужно будет делить как-то пополам, возможно, эти подносы, чтобы половина была такого теста, половина такого. Но это пока не критично, и пока об этом даже думать не буду. Пойдем. Поставлю дело вот сюда. Вот сюда куда-нибудь. Ну, положи ты, ну. Что такое? И можно... Блин, я опять забыл. Забыл, что я не перешел в следующий день. Неужели так сложно было перейти вчера туда? Вчера, в смысле, в предыдущей серии. Подтвердить. Доход минус 57, но я там накупил всякой всячины, и получилось, что вот так получилось. Беру заказ сразу же, прям с самого начала. Да что такое, ну? Выходи. Че тут? А, ну здесь просто уведомление, то есть здесь... Да что такое, зачем ты мне показываешь тесто? Мне нужна баскайола. Баскайолу сейчас буду готовить. Среднее тесто в неаполитанском стиле. Среднее тесто в неаполитанском. Маленькое, большая, средняя. Неаполитанское тесто. Раскатываю. Хорошо. Иду за соусом маринара. Наша любимая с тобой песня. Сыр моцарелла нарезанный. Это грибы, которые, да? Да, 80 грамм у меня осталось. Тут надо сотню, ошалеть. Блин, ну пойдем. Нет, давай освободу я емкость вот эту. Так, здесь нужна сотня, это 5 штучек. Это надо вот сюда.
это надо вот сюда, это надо вот сюда, и закончилась моцарелка. Взять, если она нарезанная, то нужно положить в резчик, взять корзину и пойти за моцареллой. Моцарелла. Сейчас я ее наберу. Да положи ты. И раз, два, три. Это 600 получается, 800 и 1000. 1000. Беру и бегу. И теперь это все складываю в резчик. Ну-ка. Готово дело. Теперь могу со спокойной совестью засунуть эти грибы, резанные, вот сюда. Правда, это не грибы, это сыр, но выглядит как грибы. И... ой, выбрана же моцарелка. И положить вот это дело вот сюда. Теперь шампиньонов 50 грамм. Шампиньоны 50 грамм. Они по 5, поэтому их 10. Надо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нарезанные колбаски. Колбаски — это вот это, да? И да, итальянские колбаски нарезанные. По 5 грамм, 10 штучек еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И 8 листов базилика. Ну, это все по классике, здесь ничего нового нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, вот... ладно, давай вот здесь вот будет седьмой. И где-нибудь вот здесь вот будет восьмой. Блин, наискосок положил, что за человек такой? Все, готово дело. Пойдем, я растоплю печку. Раз, два полена, три полена, четыре полена, пять полена. Беру лопату. Бросаю. Беру среднюю тарелку. Неужели здесь можно разбить тарелку как бы собственными руками? Не когда она там улетает в связи с багом каким-то, а именно когда ты косячишь. Как тут надо накосячить, чтобы разбить тарелку? И надо реально бросить вот так. Это, я считаю, что это неправильно. Это плохое отношение к тарелкам. Была баскайола, а теперь будет итальянская. Неаполитанский стиль теста. А маленькая, да? Большая, огроменная, можно сказать. Это была... а мы когда не готовили вообще с тобой большую пиццу? По-моему, нет. По-моему, не было такой огромной пиццы. Соус маринара. Ну, давай намажу соусом. Быстренько вот так вот намазюкаю, чтобы оно было, типа... ну, что такое? Вот тут вот не намазюкал. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вообще красота. Теперь я беру лопату. Держу лопату, беру пиццу. Выхожу. Небось, сгорела половина уже, да? Давай посмотрим. Да нет, прям идеально, можно сказать, что она идеально приготовлена. Ну-ка, это была баскайола. Отдавай. Что-то как-то криво, мне кажется. Ну, колбаски неравномерно. Да ладно тебе неравномерно, они как раз-таки более равномерно, нежели листочки базилика были распределены. Как-то мне кажется, это несправедливая оценка. Почему вот тут вот с краешку не намазывается? Это самое-самое ненужное, точнее, нужное место для намазывания. Я это просто так не оставлю. Красиво? Красиво. Так, зря вычел. Моцарелла. 140 граммуль. 140 граммуль моцареллы. Это 7 штук. Кстати, вот 7 штук для большой пиццы — это вообще ничто. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Блин, вот этот угол вообще не прожарит. Точнее, будет без сыра. Салями. Салями 96 грамм. 96 это... ага, 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. Ну, вроде здесь как бы красиво.
Нарезанные маслины. 128. Это нужно 4 раза бросить. Раз, два, три, 4. И красный перец нарезанный. У меня нет красного нарезанного перца. Что поделать? Что делать, если нет красного нарезанного перца? Нужно его пойти и купить. Где корзина? Где корзина? Я пойду покупать красный нарезанный перец. Потому что могу. А где он? А где он? А, вот он. Красный перец. 30. Надеюсь, хватит. Теперь иду, кладу в резчик, покупаю гастроемкость. Ну, все по классике, ничего сложного нет. Покупаю гастроемкость, купить, поставить сюда, нажать на зеленую кнопочку, дождаться окончания нарезания, нарезки. Ой, какой-то он... Как-то он... Где он? Блять. Опять он спрятался. Не захотел он располагаться, точнее, идти за мной, а расположился за дверью, отдохнуть решил. 40 граммуль нужно руками раскладывать, 20 штук, серьезно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все? Нормально будет, все? Даже вроде бы как бы да, вроде бы как бы ничего делать больше не нужно. Так, выключаю спринтование. Включаю размеренную ходьбу. Разжигаю кострище, и пока хожу, он должен остыть. Да, он должен остыть, пока я дойду до сюда, возьму пиццу и пойду и положу ее вот сюда. На ее законное место. Пусть она здесь готовится, стоит. Лежит, точнее. Брось сюда, возьми большую тарелку и еще, собственно говоря, заказ. Второй. Второй заказ надо взять. Раз, два, три. Так, сюда. Прошутто э фунги. Закрепить. Маленькое тесто из неаполитанского. Неаполитанское маленькое тесто. Это большое. Нужна маленькая. Неаполиташка маленькая нужна. Вот такая. Угу. Беру, раскатываю. Соус маринара. Успеваю его сделать. Точнее, не сделать, а размазю. Хоть у меня аж целый литр. Кстати, на следующий день нужно будет заготавливать соус. Что меня абсолютно... Не то, что не радует, оно... Оно меня заставляет его приготовить. Я... Считаю, что это как-то несправедливо. Пусть само готовится. Мне нравится раскладывать ингредиенты на пиццу и больше ничего. Где тарелка? Угу. Что нужно сделать? А, все, я забыл уже, что нужно сделать. Это была итальянская. 5 звезд. 100%. Подожди. В неаполитанском стиле, я же... Ой, блядь. В смысле, колбаски-то отсутствовали? Я что, колбасы не наложил туда? Я что, реально не наложил колбас... О-о-о, первые косяки, можно сказать, да? Ну, понятно, понятно, все ясно, короче, с вами вот такие вот вы, да, дружочки? Понятненько, ладненько. Тесто в неаполитанском стиле, соус маринара, сыр моцарелл нарезаны. Ну, представляешь, на ровном месте накосячил. Хотя, казалось бы, здесь вообще негде косячить. Вот здесь сложно расположить неравномерно ингредиенты. Это меня очень сильно радует. Шампиньонов 30 грамм, это 6 штучек. Это нужно сделать вот сюда. Сюда и сюда. 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 Цветочек. Сюда. И прошутто котта нарезанное. Котта нарезанное, да, 60. Это аж целых... Это как... А, это то, которое не умещается постоянно, я понял. Раз. Два. Так, подожди-ка. Три. 4. Вот это вкусно, блин. Вот я еще раз, я неустанно повторять, что когда так много всего, это реально вкусно. Нет, брось. Это реально вкусно. Это не то, что реально вкусно, это выглядит хотя бы аппетитно. А то ж, блин, наложат на огромный, блин,
два кусочка моцареллы и три кусочка колбасы, и все, и мучайся с этим совсем. Как на это без слез, блять, без слез не взглянешь на это все. Переходим к следующему заказу. Пицца с беконом и салатом, салатом и томатами. Ой, цезарь получается, да? Да, это что-то похожее на цезарь. Блин, это вот латук, чеснок. Бекон нарезанный. Бекона нет. Бекона и нет. У меня чего еще? Помидоры есть, по-моему. Помидоры-то были же? Это пепперонька. Это пепперонька. У меня нет помидоров, что ли, нарезанных? Да, да ладно, я же... А, я соус готовил, маринару. Я понял, да, это была маринара. Это не были нарезанные помидоры. Блин, досада. Досадно? Ну ладно. Ничего страшного. Сейчас приготовим, сейчас все приготовим, сейчас все сделаем, сейчас все купим, чтобы все было красота. Чтобы было все красиво. Что-то, по-моему, я сегодня 5 звезд ни разу не получил. Что меня очень огорчает. Это было про шуток. Новый уровень. Получите награды. Ой, проволоны, классный рук. Классный рук давай купим. Каперсы, шпинат и анчоусов. Сертификат получил. Ля, как хорошо. 5 звезд, наконец-то. Наконец-то 5 звезд. Не прошло и полугода. Так, а, нет, подожди-ка. Вот эта пицца, ага. Латук нарезанный, чеснок нарезанный, бекон нарезанный, помидоры что-то там нарезаны. Пойду я наберу все, что мне нужно было набрать. Помидоров в первую очередь наберу. Это черри. А мне нужно сан-марцана. Это самые первые помидоры, которые у нас были доступны с тобой. А где они? Они где-то... Да, вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Теперь бекон нарезанный. Бекон нарезанный он где? Это парчетта, это не то. Бекон мне нужен. Мне нужен просто бекон. А, вот он. Это бекон. Раз, два, три. А, и латук. Латук. Латук это овощ. И, собственно говоря, вот он. Раз. Хорош. А, чеснок есть вроде как, поэтому делать я с ним ничего, ну, не буду я его покупать. Точнее, не покупать, а резать. А зачем? Он же есть. Запускай. Так. Давай положу я его вот это вот сюда. Вообще нужно распределить немножечко поровнее, чтобы было ясно, где что находится. А, где соусы будут у нас с тобой находиться, где у нас овощи, фрукты будут находиться. Чтобы было ясно и мне, и тебе, и вообще было удобно, и в целом, чтобы было классно. А то, получается, я сейчас насую все во все стороны, и как-то выйдет все не очень правильно. Я буду путаться постоянно, просто абсолютно постоянно буду путаться на каждом шагу. И ничего хорошего из этого не выйдет. А я хочу, чтобы было все хорошо. Я хочу, чтобы вышло все отлично. Понимаешь? Понимаешь. Ты ушел, а я одна... А, это итальянские колбаски. Кстати, так, начнем с простого. Неаполитанский стиль, средняя. Это нью-йоркская. Нью-йоркская. Это пшеничная была, твою-то мать. Неаполитанская, это вот оно, средняя. Вот, я понял, с чем я перепутал. Я неправильно положил немножко. Средняя. Соус Альфредо. Отдай. Да, отдай эту... По поводу соуса, да, с цветом майонеза. Я не говорю, что это плохо же. Я же не говорю, что это плохо. Я наоборот к тому, что... Необычный. После вот этого вот, как он называется там, маринары, он очень выглядит странно. 80 грамм. Это 8 штучек, что ли? Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7. 70 у меня получилось. 8. Блин, а вот тут вот не получилось. Бекона нарезанного 64 граммульки. 64, а это 8. А раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Чеснок нарезанный, 32 грамма. Переместись. Нет, это пармезан, это не чеснок. Где чеснок? Вот он, чеснок, что ты? Нарезанный. 8 грамм у меня на одной этой, а мне нужно 32. Раз, два, три, четыре. Лепота. И латук, 64 грамма. Я думал, я артишоков нарезал вместо латука. А 64, это два раза. Очень похоже на цезарь, но какой-то это странный цезарь без... без чего? Помидорки есть, салат есть. Блин, мяско тоже вроде есть, только там куриное мясо должно быть в цезаре, а тут... Оно ж никогда так не пропечется, подожди. Подай жару. Подай, подай, подай. Давай, 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 давай. Ого. Пошло-поехало. Ух. Ляпута. Следующая пицца у нас будет какая? Тонно. Тонно. Слово-то какое? Тонно. Так, это была средняя. Положу сюда. Это у нас что с тобой будет? Маленькая. Маленькая в неаполитанском стиле. Маленькая в неаполитанском стиле. Раскатать. Давай, пока есть маленько времени, я раскатаю маленькую пиццу. А почему нет? Приготовилась почти. Беру. Засовываю лопату. Хорошо. Выхожу. Кладу. Бросаю лопату. Беру тарелку. Кстати, время уже 6 часов. И мне кажется, что скоро у нас с тобой день закончится. Соус маринара. 5 звезд, наконец-то 5 звезд. Пошли, пошли, мои родные. Да убери. А, соус маринару. Маринару соус, говорю, надо взять. Вот так вот сделать. Моцареллы насыпать. Сколько? Много, много. Нужно 60 грамм. Как всегда. Так. Так. И так. Тунец. А тунца-то у меня нет нарезанного. Это грустно. Нарезанный тунец. Он где лежит-то хоть? Вот здесь? Положи. Тунец. Тунец. Три штуки. Ну, три штуки, потому что для четырех у меня маленькие гастроемкости очень. А для двух... Зачем для двух? Двух это мало. Две это мало. Зачем тогда вообще их резать? Тунцов этих. Ну-ка. Хорошо. Блин, какие классные эти полосочки получились. Мне прям нравится. Беру. Тунца кладу. 32 грамма тунца. 4 тунца положить. Раз. Два. Три. Четыре. Кто живет у нас в квартире? Все, да? Да, все. Да-да-да, да-да-да, все. Так, кладу сюда, беру лопату, беру пиццу. И ничего, не подозревающая пицца отправляется в печь. Угу. Выхожу, бросаю лопату, беру следующий заказ. Открепляю этот, беру мимозу. Беру тесто в неаполитанском стиле, маленькое тесто в неаполитанском стиле. Бляха... Или не, блядь, подожди, я не перепутал, надеюсь? Я надеюсь, что я не перепутал просто тесто. И взял именно неаполитанское для предыдущего заказа, а не нью-йоркское. Если просто я взял нью-йоркское, я лох. Последний лох, который сумел накосячить два раза в одном дне. Потому что, ну это вообще некрасиво. Это абсолютно некрасиво. Я считаю, что это недопустимые оплошности со стороны пиццемейкера. Пиццайолы, или как оно там правильно называется. Можно сразу на лопате отдавать? Зачем я, блин, буду пачкать тарелку? В конце концов. И что самое обидное, это нельзя делать с тарелкой. То есть я не могу с тарелки взять и тарелкой взять, и с лопаты взять пиццу. То есть, ну, как-то грустно. Это была тонна. Насыпаю сюда белого. Хорошо. Насыпаю сюда белого этого соуса, как он Альфредо. Наливаю, размазываю.
чтобы было все вкусно, красиво. Моцарелки 60 граммуль. Эть. Ну, собственно, а сколько туда еще поместится? Тут места-то больше нет для моцареллы. Прошутто кота нарезанное 60 грамм. 60 грамм, это опять же 4 штуки положить надо. Раз. Два. Ну. Ну ты представляешь, она не хочет класться. 3. И 4. Кукуруза 16. 16. И 3 листа базилика. 4. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, в принципе, красиво достаточно выглядит. Ничего страшного не произошло от того, что немножечко все сместилось в верхний левый угол. Ай, пускай будет как будет. Беру я, засовываю туда, подкидываю дровишек. Ну-ка, подкидывай дровишек, говорю. Раз. И два. Иду за другой пиццей. Баскайола. А была же, да, сегодня уже баскайола, мне кажется. Маленькая, да, должна быть? Да, маленькая, потому что опыта, я смотрю, маловато дают. Соус маринара. Три моцареллы. Да нет, 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 соус маринара, говорю же. Соус маринара. Эй! Соус маринара и три моцареллки. Эть! Хорошо! Выходи. Уже сгорела просто пицца почти. Уже приготовилась. Как быстро она готовится. Меня так радует, что она так быстро готовится. Спасибо большое, кстати, за обратную связь, за активность. Написали мне, сколько пицца на самом деле готовится. Слава богу, что здесь не нужно отдельно запекать основу, чтобы она там пропеклась или же что-то еще с ней произошло. Просто это было бы вообще муторно, очень муторно. Новый уровень, два уровня за один один день. Ой, блин, я не знаю даже, какие вещи-то брать себе. Цукини давай, проволоны, моцарелла ди буффало и фонтина. Хотя пекарина романа можно было бы взять, но нет. Перки, перк смены заказа, нет. Не бьющиеся бутылки никогда не будут биться, они и так не бьются. Позволяет определять результат смешивания ингредиентов в тестомешалке и кухонном комбайне. Блин, да здесь вообще в принципе нет полезных перков, я просто возьму вот этот. Беру я моцарелки нарезанный. Три штуки. Вот так, вот так и вот так. 30 шампиньонов. Они по 5 граммулек, поэтому их нужно положить 6. Раз, два, три, четыре, пять... 6. Итальянские колбаски 30 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И 4 листа базилика. Блин, внутрь смотрит. Я не хотел так. Я хотел внаружи. Ага. Красота. Беру лопату. Да беру, говорю, лопату. Подбираю пиццу и вперед ее готовить. Так, так, отлично. Бросаю лопату. Подкидываю дровишку. Дровишку одну надо подкинуть. И пойти за новым заказом. Осталось 2 часа рабочих, поэтому у нас еще есть время для этого. Для всего. Это должна быть да, большая пицца. Большая, блядь. В неаполитанском стиле, в нью-йоркском стиле. В нью-йоркском стиле и большая. Ого-гошеньки. Соус барбекю, ёшкин ты кот. У меня нет соуса барбекю, как его делать? Кепчуки. Кепчук нужен. Блин, там маленькая пицца, да? Маленькая-маленькая. Ставлю вот сюда, беру лопату, беру пиццу. И пойду сдам заказ. Этот я в любом случае буду доделывать, но просто мне кажется, я сейчас соус буду полчаса готовить. Да возьми ты ее. Отдавай. Это была Баскервилли. И 5 звезд я за нее получаю. И отправляюсь
Куда? Вот сюда. За продуктами, за специями. Кепчук. Кепчук где здесь? А, это жидкость. Алло. Кепчук. Беру. Наливаю вот сюда. Хорошо. Сколько в нем? Литр? Блин, да он полулитровый. Ёлки-палки, надо было прям сразу выливать его везде и все. Коричневый сахар. Коричневый сахар. Это в специях, да, должно? Да, в коричневом сахаре. Блин. По десюнчику. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. 500 санмарцана. Меласса, винный уксус, жидкий дым, паприка, соль, луковый порошок, твою мать. Да это нескончаемый просто перечень продуктов в этот соус, да ладно тебе. Блин, в жидкости меласса. 100 миллилитров меласы. Прям хоть называй серию соусом барбекю, просто, ну серьезно, это ж кошмар. Винный уксус. Сколько здесь? Пол-литра. Да, хоть не мучиться с уксусом. Хорошо. Жидкий дым 20 миллилитров. Жуть. Как много всего нужно. Вот были бы все соусы простыми, как маринара. Взял, сделал, да и все. А можно здесь в продуктах купить? Нет, скорее всего, нет. Давай соль насыплю. Где соль? Соль где? Куда? А, вот она. 10 граммуль соли. Взять, насыпать. Перейти дальше. Луковый порошок. Что такое луковый порошок? Чесночный порошок, луковый порошок. Это все тоже в специях, да? А, специи, луковый порошок. Алле. Луковый порошок. Вижу, конечно, и чесночный порошок, но подожди. Раз, два, три, четыре, пять. 5 чесночного порошка еще нужно. Жуткий соус, конечно. Лютый. Черный перец, кайенский перец. Ну серьезно, кто придумал такие огромные эти рецепты? Молотый красный, кайенский. Подожди, да, кайенский нужен еще. Кайенский перец. Кайенский, вот он. Беру, насыпаю. 5 грамм. Хорошо, что хоть всего 5 грамм. Молотый кайенский... Ой, красный перец. Беру его сюда, тоже сыплю. Кошмар. Горчичный порошок и молотая корица. Г, горчичный порошок. Теперь молотая корица. И вуаля, почти все готово. Теперь иду за паприкой. Паприка. А, паприка это тоже это специя. Ёлки-палки. Надо было один разок тыкнуть и все. Гастроемкость. Где моя гастроемкость, которую я хочу купить? Ну это, конечно, жуть, блин, столько времени потратить на приготовление соуса барбекю, и в итоге он выглядит как кисель. Сюда вот, А пиццу-то, пиццу мне нужно. Мне нужна пицца, мне нужно выйти отсюда. Выйди, говорю, отсюда. Возьми сюда, назад. Пицца про, почему пицца? А, вот, заказ, вот они. Сюда. И пошло-поехало. Соус барбекю.
Я не понял сейчас, что произошло. Я же... Какой домашний соус? Вообще, о чем речь идет? Это соус барбекю. Почему он называется домашним соусом? Я не пойму. Да посрать вообще, буду мазать домашним соусом. Это было как минимум несправедливо. Напишите, что я делаю не так. Напишите, что я сделал не так в соусе барбекю. Моцарелла, 140 грамм. Это 7 штук. Это надо сделать вот так. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Блин, а седьмой-то куда? Ну, пускай вот тут лежит. Семь. Салями нарезанные. Салями вот они. Вот она, точнее, 96, это 12 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Пепперони, 70. 70 это тоже... Нет, это не 12, это уже 14. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, и пускай будет где-нибудь вот... А, сложно, сложно, очень сложно. Ай, пусть будет вот здесь. 14. Красный перец нарезанный. Беру нарезанный красный перец, где бы его взять еще? Вот где-то здесь. Помидоры. Блин, он выглядит еще так некрасиво, я помню же. Я, блядь, в упор его не вижу. Сейчас, сейчас найду. А, вот он, блядь. Почему он не красный-то? По 2 грамма 20 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Жуть, как много красного перца. Беру печку, растапливаю, она уж погасла совсем. 5 штучек. Хотя 4 вполне хватит. Да, да. 4 хватит, беру лопату, беру пиццу. И, собственно говоря, засовываю ее туда, куда ее. Куда. Где ей место, точнее. Беру большую тарелку. Вот эту вот большую тарелку. Беру лопату. И жду, когда приготовится пицца. Меня вовсе не радует то, что. Я сделал какой-то домашний соус вместо барбекю. Но, видимо, такая судьба. Что поделаешь? Правильно я говорю, правильно. Что поделаешь? Сделал же уже соус-то. Вроде ничего не пропустил, вроде везде галочки стояли. Может, конечно, что-то основное пропустил, и получился домашний какой-то соус. Как знать. Досадно, конечно, все равно. Старался, 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 старался. А получилось не то, что старался. Не оправдал он, короче, моих ожиданий. И неровно я расположил сыр. Вот это меня тоже не особо радует. Ну а что поделаешь? Сколько там звезд? 4 должны дать. 3! 3 звезды, да ладно, да ну нафиг. Соус, тесто не того типа. В смысле соус? Тип соуса, тесто не того типа. Соответствует заказу. Тип соуса, скорее всего, просто не совпадает. Распределение сыра неравномерное, да. Но это я сам прекрасно понимаю. Ну что поделаешь? Давай на этом заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии, в следующем видео. И обязательно подписывайся на группу ВКонтакте, ссылка на которую указана в описании. И до скорой встречи, и всем пока.